Прокат велосипедов в Германии в тренде. Подходит ли такой способ знакомства со страной и для туристов? На чем передвигаться в незнакомом городе? На общественном транспорте или взять на прокат машину, а может быть, велосипед? Этот вид транспорта набирает все большую популярность, в том числе и среди туристов в Германии. Посмотрим, как это работает на примере Бонна. Первым делом нужно скачать приложение и зарегистрироваться в нем. Для этого вводим свой телефонный номер. Не обязательно немецкий, можно ввести номер любой другой страны, главное, чтобы он работал. На него приходит SMS с кодом, который нужно ввести в приложение. После этого нужно активировать свой аккаунт, выбрав способ оплаты. Я ввела данные своего счета в PayPal, но что-то пошло не так. Жду минутку, другую, третью. Кстати, ежегодный сбор за пользование сервисом составляет 3 евро. Что ж, выбираю другой способ оплаты с помощью кредитной карты. Ура! Получилось! До начала аренды проверяем техническое состояние велосипеда. Тормоза работают, колеса не спущены, видимых поломок нет. Ну что, поехали? Велосипедисты в Германии обязаны соблюдать правила дорожного движения. Ехать можно только по велосипедным дорожкам или по проезжей части. Езда по пешеходной зоне может обернуться штрафом до 30 евро. Первое впечатление от езды – это достаточно удобно и практично. Каждый день в немецком Бонне берут на прокат велосипеды более 4000 раз. Это один из самых высоких показателей по всей Германии. Почему бонцы так любят велопрокат? Это альтернатива трамваю. Если он опаздывает и не хочется ждать следующего, или если хорошая погода, не хочется входить в душный вагон, лучше прокатиться с ветерком на велосипеде. Я скачал приложение пару месяцев назад. Иногда, когда едешь в город, не знаешь, будешь ли ты выезжать обратно из этого же места. Тогда удобнее ехать не на своем велосипеде, а взять на прокат. На велосипеде удобно знакомиться с новой местностью. Можно ехать не торопясь, все осматривать. На автобусе так много не увидишь, а пешком передвигаться слишком медленно. В крупных городах на велосипеде можно многое посмотреть и в то же время оставаться гибким и делать паузы по желанию. Окружающая среда не так загрязняется, если на велосипедах ездить, чем на машине. Если есть свободное время, если, может, хочется просто покататься, то просто проходишь мимо, видишь, стоит велосипед, тем более бесплатно полчаса, просто взял, проехался вот по набережной, например. Велопрокатом охотно пользуются не только местные, но и туристы. Это заметно по многочисленным отзывам, говорят в компании, предлагающей такой сервис. Система проката сделана так, чтобы ей было удобно пользоваться и туристам. На самом велосипеде спереди на корзине для багажа есть табличка с информацией о регистрации и условиях аренды на немецком и английском. Мобильное приложение доступно на 13 языках. В том числе и на русском. В службе поддержки по телефону информация о сервисе также доступна на русском, а поговорить с сотрудником службы можно по-английски. Большое преимущество этой системы – сдать велосипед можно в любом месте в черте города. Главное – убедиться, что замок действительно закрылся. С первого раза у нас это почему-то не получилось. Хорошо, что на помощь пришла местная жительница и объяснила, как именно надо закрывать велосипед, чтобы время проката остановилось. Около часа пользования велосипедом обошлось нам в 2 евро. Каждые полчаса стоит 1 евро. Для сравнения, цены на билеты за пользование общественным транспортом в Бонне начинаются от 2 евро. Ну что ж, снять велосипед в Германии оказалось не так-то и сложно. Для этого нужно всего лишь мобильный телефон с интернетом, кредитная карточка международная или счет в PayPal и немножечко терпения. Ездить на велосипеде по немецким городам удобно, экологично, недорого. Неудивительно, что именно так предпочитают передвигаться и многие местные жители.